Привет, други. 5 октября, 9 утра. Что сейчас будет? Друзья, 5-й ежегодный традиционный марафон. Народ побежит по Аликанте. И вы видите, что все перегорожено. Смотрите, ленты. В чем суть этого марафона? Здоровье. Я, честно говоря, тоже хотел записаться. Но пока я 10 километров не очень. Я пятерочку пробегаю уже достаточно уверенно, так как занимаюсь ходьбой с утяжелителями и т.д. На следующий год, думаю, рвану. Марафон, кстати, называется маратон. Вот так вот. Идем в начало, там, где старт. Ну что, 5 октября в 9 утра. Температурка у нас 25 минимально градусов тепла. А как вам? Идем, мы уже у моря. Цветут цветочки, поют птички, идут девочки, красота. Дошел я до порта яхт-клуба. Здесь, друзья, свой спорт. Ветра нет, почти штиль. Тишина, покой и рай. Класс. О, марафонка пошла, на автобус опаздывает. О, чешет. Спорт, друзья, спорт. Только спорт. Так, на открытие официальное я не успел. Скажу честно, проспал. Первые ребята пошли. Бегут. Это не Динамо. Съезжаются в Аликанте на этот марафон. Не знаю, возможно, со всей Испании. Может быть, даже с близлежащих стран. Так, пошли туда. Друзья, даже статуи показывают. Вы можете не бегать, а ходить с утяжелителями. И через год пробежать марафончик. Я подхожу к старту марафона. А старт у нас на Рамбле был. Ну, здесь же финиш, естественно. Muy pronto en la jornada les hace la grabación. Всем выдают медальки, друзья. Я молчал, потому что что говорить-то? Снимал эмоции. Вот она, медалька. Вот она. Все, друзья, конец кино. Скажи нет жиру и спорту, да. Адиос, амигос.